Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересный тест, интересного героя. Прокачаем на 13-13. Старенький герой, зато жесткий. И жесткая прокачка у нас будет. Итого, где ты, блин? Вот так вот. Вот такой вот у нас будет сегодня обзорчик. 13-13 делаем. То есть максимальная прокачка, максимальный деф. Посмотрим, что он сможет сделать. Поехали. Ну а с вас, конечно же, лайки. Сделали, короче, мы походу имбу. Вот 13-13 у него увеличивается. Давайте так, зайдем сюда. Найдем сейчас Гаргула. Посмотрите разницу сразу же. Ну, я решил его прокачать, так как героев я постепенно буду все равно всех качать. Так, где-то мы его уже прошляпили. Гаргул. Ау. Вот он. Так, разница, как видите, плюс 100 в отхиле, плюс 70 в атаке и плюс 2% еще дополнительно дефа. Но это не все. У нас еще здесь стоит Holy Conviction, которая дает усиление отхила и усиление дефа. Герой имеет иммунитеты к стану. Зональная атака. Поехали посмотрим, чем это закончится против 30-х прорывов и смотрителей против Фрей. Так, стрелок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Вот так вот. Вот такую вот мы имбу, ребятушки, с вами создали. Поехали сейчас кого-то другого посмотрим. Ну, как видите, против смотрителя нифига не сделаешь. То есть выкидываешь героя, и дальше смотр уже делает свое. Ну, а тут, в принципе, довольно-таки неплохо. Но он, опять же, не может включиться. Бежит, бежит. Ползет. Ну, смотрите, двигается. Сейчас пусть он включится. Давай, включайся уже. Вот, отлично. Вот пошел его отхил под 1200, ребят. Ну, а так, в принципе, довольно-таки неплохо. 128к отхила. Но это все равно все печально. Смотрите, как его шатают. Но это не тот гаргул, который раньше получал люлю и быстро сливался. То есть он еще более-менее держится. Но опять же, учитывать надо то, что есть смотритель, это рейд. То есть тут статки, скажем так, не такие, как на других локациях. Так, ну вот что-то попроще. Есть стрелок, поехали посмотрим. Вот, посмотрите, смотритель. Так, я там других выпустил. Ну, вот так вот получше, конечно, когда ворожей по 240к отхиливает. А вот и Дедушка Мороз пришел к вам в гости. Что вы на это скажете? Так, все, минуснули деда. Ну, я скажу, надо будет затестить именно эту сборку. Я не зря его качаю, я хочу его потестировать на битве гильдий. Я вам показывал, так вам, наверное, там не видно его жизнь. Давайте вот так вот. Он живой еще. В общем, я показывал вам этот вариант. То есть у нас максимальный деф. Ворожей отхиливает, он отхиливает, дает еще защиту, еще сюда можно и дерево. Но у нас тут, к сожалению, седна стоит, а не дерево. То есть можно еще более дамажный, точнее, дефный вариант собрать и свободно выдерживать любой урон. То есть к этому как бы я стремлюсь. Это я хочу протестировать, когда герои будут в максимальном дефе. Так, ну давайте попробуем. Ну вот такой вот вариант, когда средний 20-й прорыв бьет, плюс стрелок вполне устраивает. Да, он будет стоять так, в принципе. Но он не включится, конечно, из-за стрелка. Видите, многие начали ставить стрелка, и у всех теперь уже будет стрелок. Чем всех поздравляю. Теперь еще веселее будет на битве гильдии, на атаке фортов для бездонатов. Так как кто сможет прокачать, тот и будет тащить.
Так, отлично. Ну, давайте тут попробуем. Хотя бы попробуем. Вот посмотрите, сколько смотритель сносит. Это просто жесть. Но это рейд. Так, что у него по отхилу? 128. Да, или это мне кажется? Это порезанный 128. Вот лям 400, просто смотритель всекает и говорит нам до свидания. Ладно. Пусть будет. Поехали на подземочке. Интересно посмотреть. Это старенький герой, знаете, от него что-то ожидать там сверхъестественного не стоит, конечно же. Ну, поехали сюда. Атака. Попробуем его сейчас сразу же вот так вот чувакнуть сюда. На! И вуаля, ребятушки. 128к отхил и пофиг. Ему просто пофиг. Сколько его там героев дамажат. Вот в таком варианте, вот посмотрите. Он полностью перекрывает весь урон. Да, он не наносит много дамага, но он и не сливает. А давайте попробуем сейчас его на кошмарке. Вот интересно попробовать теперь на нормальной подземке. На шестой кошмарке. Где поменяли у нас демонов полностью всех. Как говорят, ее очень сложно пройти. Вот мы сейчас это и посмотрим. Вот самое основное то, что у него нету иммунитета. Точнее, есть иммунитет к стану. Дамага, как видите, немного, но он не станется, имеет хороший, получается, деф такой сборки. Нас это вполне устраивает. 128 от хила, что он получает? Ну, я вам скажу, смотрите, тащит. Красавчик, выдерживает. Два демона бьют. Два демона, да. Супер. Я вам скажу, немногие герои будут держать такой деф. То есть, получается, у него еще собственный деф при скилле. У него скилл включается довольно-таки неплохо на максимальной прокачке. Там кулдаун маленький. По-моему, 1 секунда. Почему бы и нет? Держит. Держит и Вольта держит. Супер. Ну попробуем вот отсюда его запустить. По чуть-чуть, в принципе, проходит. Куда он побежал? Опять побежал на двоих демонов. Ну, видите, все-таки у него зональный урон. Он не бежит, как герой, к одной цели. Он будет издали бить все. То есть тут сложно будет вытащить одного демона. Тут пойдут, скорее всего, два отсюда. Надо попробовать еще будет по-другому сбоку забежать. Он даже 4 демона на себя потащил. В общем, вот так вот. В принципе, я доволен тем, что он показывает здесь. Поехали на другие локации. Поехали на забытую. Давайте. Вот хочу я на забытую его посмотреть. Что он может на ЗПшке сделать, потому что это старенький герой. Интересно посмотреть. Перетащу себя обратно. Ну, что я могу вам сказать? Жжет, он отжигает, ребят. Там хоть и не фуловые герои, но, как видите, по дефу вопросов ему никакого нет. Рину, да, он не будет его сливать, но он может танчить свободно. Легенько. Плюс он дает еще, там сейчас посмотрим, сколько у нас героев получается. Он дает им деф. То есть такой вариант я попробую затестить на битве гильдий. В следующий раз я показывал им битву гильдий с ним.
То есть максимально выставить DAW, который только можно. Единственная проблема будет, чтобы они все включились. Но я думаю, мы с этим справимся и уже затащим. Так, 1-1. Пишите в комментах, кто где его использует, кто использует его вообще. Ну, по сути, он уже не топовый хиллер, но раньше реально он тащил. И, блин, ну, он и в принципе и сейчас тащит. Так, Космо. Ну, давайте попробуем против Космо. Я так понял, там Космо не вкачан. Не хорош. Рея, Космо, все дела. Нет, тут ему просто даже шансов у него нет. Но посмотрите, что он делает. Нифига себе. Вуаля, ребятушки. Обалдеть. Вы видели, какая против нас? Фрея, Космо, там, блин, я не знаю. Это из тех, кого я заметил. Я просто смотрел на его. Обалдеть. Просто красавчик. Вот тут действительно он хорош. Очень круто себя показал. Вытащил прям. Ну давайте против. Попробуем против Огника. А чё нет? А вдруг? Афинка. Нет, тут, наверное, нас просто. Мы даже не дали возможности включиться. Тут без варианта. Тут его заморозили, парализовали. То есть тут. Но, блин, перед этим пачку он разложил красиво. То что, а тащит он. Действительно неплохо. Ну, будем тестить его, я его прокачиваю. Для командной, скажем так. Что этот там Атлант делал? У него будет командная роль, поэтому он соло. Это уже, к сожалению, не тот, или к счастью, не тот герой. Ничего себе, что это мне по 800 попадаются. Опять паки-глюки. Так, его заблочили. Но посмотрите, даже его блокнули. Пофиг. Просто пофиг. Он себе медленно, уверенно. Там Ара неплохо блочит. Вот он включился. Он сейчас постепенно скажет всем до свидания. Так, а что там у нас? Рибит есть, смотрю. Посмотрите, как он держит обалденный урон. Ну, конечно, у него урона маловато в такой сборке. Он, но все равно держится. Единственное, смотритель, конечно, всекает не по-детски. Посмотрите, по 128к отхил. А если еще будет Варжай по 250 сверху хилить, плюс будет накидывать, ну, я считаю, это отлично. То есть можно собрать такую, знаете, пачку с отхила и с дефа, и она будет реально тащить. Интересно будет еще посмотреть на Дрейка в максимальном дефе, что он сможет делать. Смотрите, опять с 800, что это такое творится? А, сегодня же, блин, сегодня же понедельник. Я думаю, что за фигня? Воу-воу, посмотрите. Ну, что вы на это скажете? Отлично, отхил деф, отхил деф. 5 героев бьют. Ничего сделать не могут. Герои непростые. Асура, Ворожей, Сетна, Афина, Рогатка. И они с ним справиться не особо могут. Ну, понятно, что он их не надамажит, но танковать вполне может. Супер. Мне нравится эта сборка. Будем тестить его на битве гильдии, ну еще попробую его на других локациях потом затестить в пачках. Очень интересно посмотреть будет на него. Ну и опять же, ему надо включиться. Очень интересно будет посмотреть в лабиринте, как он там будет справляться.
Да, ну его очень сложно будет даже без донатом. Точнее, без донатом ему и так будет сложно. И донатом слить, если будет фуловый у него отхил. Вот так вот, такой вот мини-тестик, в принципе, он показывает себя, как и в предыдущий раз, очень круто. Да, против смотрителя он точно так же, как и все, не тащит, но один на один, я думаю, он будет... Его не смогут так просто слить, даже тот же самый ловник. Ну, это опять же, это надо затестить, посмотреть, убрать смотрителей. Ну, урон получает. Единственное, видите, он не может включиться. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.